Привет, мои дорогие любимые зрители! Приветствую вас на канале Custom Box, где я и моя команда восстанавливаем и реставрируем самые крутые тачки. Делимся этим с вами, показываем, рассказываем, обучаем. И сегодня у нас флагман канала Старый Мерин. Это Mercedes-Benz в кузове W114. И вы знаете, у меня по нему появились просто грандиознейшие планы, которым я с вами обязательно поделюсь чуть-чуть попозже. А сейчас я вам желаю приятного просмотра. Погнали, Старый Мерин! Давайте сделаем с вами небольшую паузу, потому что я хочу вам сказать просто огромнейшее спасибо за вашу обратную связь к предыдущему видео, видео без слов. На самом деле, да по большому счету, мне вам просто даже сказать уже и нечего. Все детали, которые мы делали, вы видели, как мы изготавливали. Вы можете зайти в плейлист Старый Мерин и посмотреть все, что мы делали. Это все приваривалось. И, кстати, офигенно вообще работать с готовыми деталями. Ты их просто ставишь, привариваешь, и все круто. Но сейчас у нас левая сторона, и там нужно делать это все заново. И вы знаете, какой прикол? То, что я просматриваю свои же видео, чтобы понять, как изготовить эти детали на другую сторону. Вот. Но еще, конечно, этот формат, он вообще, знаете, откуда родился? Конечно же, да, мне нравится в целом такой формат. Не я, собственно, придумал это, да, есть куча зарубежных видосов в подобном формате. Но у нас это обусловлено тем, что мы делаем Старый Мерин по выходным. У нас часто нет оператора, и просто это все подсъемы, переносы камеры, а если еще что-то говорить, отнимает уйма времени, просто уйма времени. И мы это просто все снимали, вот переставляя камеру, и потом такие, а почему бы не сделать все просто, ну, без слов и без слов. Классно же, круто, работу видно, все здорово, все, все что нужно сказать, сказали. Вот, работы дофига, честно. Вот видите, я обставлен машинами, нам
невероятно нужно быстро все закончить до Нового года, хочется раскидаться, хотя этот поток, он просто нескончаемый. К нам вот приехала копейка классная, которая делается под кольцо, я занимаюсь кузовом, в принципе, обычная абсолютно работа, но есть вот пара моментов, таких как вот туннель для выхлопа, потому что человек хочет сделать полностью плоское днище. Ну, а в целом это просто обычная кузовная работа. Есть у нас вот классная Сильвия S15, нам дали просто абсолютно голый кузов на сборку. Андрюха, он в основном собирал и занимался. Вот собрали, хотя, если честно, все до сих пор никак не заберет. Здесь на BMW у нас переварка порогов, полов. В малярке у нас стоит на полной покраске тачка. Здесь Шкода, что это? Катак? Как они называются? Снесла всю бочину, сейчас эту бочину всю восстанавливаем, абсолютно замена крыла. Поэтому мотайте на ус, да, если вам нужен ремонт автомобиля, обращайтесь, но учтите, очередь месяц, да, чуть-чуть придется подождать. Ну, собственно, ладно, что, не в ту сторону я пошел. Еще раз вам спасибо огромное за то, что вы дали такую обратную связь по предыдущему видео, да и вообще, в принципе, вы все вернулись. Я по вам всем так скучал сильно, если честно. Все, что хотел сказать, на этот момент сказал. Продолжаем смотреть. Внимательные из вас заметили еще в прошлом видео наверняка, что у нас появилось новое оборудование. Оборудование, о котором, если честно, я очень давно думал и, что греха таить, мечтал.
Это аппарат, собственно, для контактной точечной сварки. И... Да-да-да. Это плазменный резак. Собственно, компания Кедр мне предоставила любезно, и не только это оборудование, но еще замечательные маски всей нашей команде. Лехе, Андрюхе, мне перчаточки. Ребята, перчатки вообще. Мы теперь просто в шоколаде. В плане оборудования, инструмента. И знаете, это не то чтобы какой-то, как типа роскошь какая-то. Это, ну, по факту это необходимость в некоторых моментах. Как минимум, а как максимум, это оборудование, которое очень много времени нам сэкономит. А время у нас прям вот очень сильно поджимает. А почему? Потому что у меня появилась крутая идея, о которой я вам позже расскажу. Ну и, собственно, что? Это радостная новость для вас, а радостная новость для вас в том, что я не стану вас отправлять на какие-то ссылки к дилерам, к другим и так далее. Я сделал проще. Я просто оформил дилерство у Кедра на себя, на свое ИП. И если вам интересно приобретение всего вообще инструмента, оборудования компании Кедр, пишите мне, и я сделаю для вас просто классные цены. Инструмент классный, удобный и недорогой, знаете, самое, наверное, в наше время одно из главных моментов. Недорогое, работает, выполняет полностью весь функционал, контакты варят классно, резак режет тоже замечательно, собственно, все это вы видели в предыдущем видео. Пишите, кому нужно, а мы пошли дальше Мерседес делать. Хо-хо-хо! Давненько я этот халатик-то не надевал. А мои старички-зрители, конечно же, помнят о том, что когда я появляюсь в кадре в этом халате, рядом с этим замечательным автомобилем, это говорит только об одном, что вас сейчас ждет замечательная рубрика на моем канале «Исторические факты о Mercedes-Benz». Сегодня у нас немного необычная рубрика, потому что историю буду рассказывать вам не я, а мой, можно сказать, коллега, но он профессионал в этом деле. У него очень много разных историй о различных марках автомобилей. Альберт Штерн, он же любитель авто. Я оставлю ссылку внизу, можете зайти к нему на канал, посмотреть. Там много очень действительно интересных, классных историй, которые он рассказывает. Но сегодня у нас речь пойдет о Mercedes-Benz, конечно же. И культовый кузов W140, кабан, Mercedes кабан, бандиты. Но
не в бандитское русло мы с вами сейчас пойдем, а пойдем мы в русло фантазии богатого человека, который захотел сделать из него универсал. Да-да, ребята, не я один больной, который хочет сделать из этого кузова универсал, есть еще другие люди. Собственно, не буду вам все рассказывать. История классная и интересная. Приятного просмотра. Исторические факты о Мерседес. Мощные универсалы – настоящие пожиратели пространства. Согласитесь, эта фраза звучит, причем даже как-то романтично. Видимо, одному богатому человеку из Юго-Восточной Азии нравилась эта фразочка, иначе никак не объяснишь появление монстра, о котором я расскажу далее. Ну а пока напомню, что всеми любимый 140-ет официально выпускался только в двух кузовных вариациях – купе и седан. И наиболее производительная заводская версия 600 сел образца 1991 года оснащалась 12-цилиндровым произведением искусства. Мощностью 408 сил. Звук, издаваемый данным аж 48-клапаном V12 при разгоне, подобен выступлению симфонического оркестра. Его ни с чем не спутаешь. Все мы на моем канале знаем, что великая и ужасная компания AMG с давних времен могла делать просто шедевры из и так уже шедевральных Мерседесов. А когда желание клиента пересекается с волшебством инженерии, рождаются невероятные проекты. Так, в 1997 году у группы Blur вышел хитяра на все времена – Song 2, а султан Брунея Хасанал Болкиах, не считаясь с деньгами, обратился к спецам AMG с необычной просьбой. Во-первых, превратить 140-й в универсал и, конечно же, сделать его максимально мощным. Просьба его была удовлетворена. Так и появился на свет вот такой вот универсал в 140-м кузове. Конверсия в данный тип кузова, на мой взгляд, довольно удачная. Круто, необычно и динамично смотрится и его носовая часть, которая получила капот и фары от купе в 140-м. Ну а под капотом, конечно же, атомный реактор. Мотор для гиперпрыжков в пространстве, если хотите. Доработанный М120, чей объем был взращен с 6 до 7,3 литра. Доработаны были и его головки блока. Применены новые распредвалы, изменен выпуск, выхлоп и прошивка. Отдача выросла до неприличных для тех лет 565 лошадиных сил, а момент составлял дикие 750 ньютон-метров. Такой пятидверный универсал, оснащенный пятиступенчатым автоматом, в те времена мог раскатать любой седан от BMW. До сотни такой эксклюзив разгонялся менее чем за 5 секунд при хорошем зацепе, а на прямике такой гигантский вэгон мог раскочегариться. Именно это слово подходит идеально, по некоторым данным, аж до 320 км в час. Будь такая машинка где-нибудь в Европе, хозяин мог бы забить ее кучей шкафов из Икеи и на автобане по дороге домой разделаться с какой-нибудь крутой Феррари F355. Уделать можно было даже суперкупе Феррари 550. А Бут 73 был в 19-дюймовые диски моноблок и широченную резину. Салон получил эксклюзивную отделку, а некоторые его элементы были выполнены из карбона. Имелся даже CD-чейнджер на 10 дисков. По некоторым данным, султан заказал аж 15 экземпляров этого эксклюзива, но потом передумал и остановился на 10 экземплярах, а всего было построено 18 ультрауниверсалов, 3 из которых остались на хранении у AMG.
Время. У нас очень мало времени. Вы скажете, почему у тебя мало времени? А я вам отвечу. Потому что у меня есть замечательный план и замечательная идея. И офигенная цель. Внимание, барабанная бровь. Я хочу поехать на Старом Мерине, на Байкальскую милю. Но для этого я должен купить донора 220-й Mercedes на V8 5-литровом с M113. Все с него перекинуть сюда. И на все про все у нас есть полтора месяца. Вы скажете, Ваня, какие полтора месяца? Ты что, такой объем работ? Ты два года машину не можешь сделать. Все верно, у меня не было цели. Сейчас она есть, у меня есть классные помощники, пацаны, которые вы видите, как мы просто в троечка тут все мощно делаем. Попробуем. Ну, почему нет? Получится круто. Не получится, мы попытались. Ну и в любом случае мы доведем до конца все это. 100%. Даже вообще не обсуждается. Сейчас вопрос вообще в другом на самом деле. Доноры. По-любому донор, потому что нужно прям вот все с него практически переставить. Все. Электронику, двигатель, коробку и так далее. Нужен донор. Стоит донор недешево. Для меня это прям на самом деле ну, достаточно серьезные деньги. 200 тысяч рублей. Может быть, битье какое-то выскочит, я не знаю. В общем, собираем сейчас со всех сусеков. Еще на всю поездку нужно. Не знаю, поездки, может быть, спонсоры какие-то появятся. Но сейчас первостепенное – это купить донора. И вы, кстати, можете в этом помочь. Не забывайте, что Супра может стать твоей всего за 500 рублей. И, конечно же, все эти бабки, которые будут, я запущу в донор, в поездку, в Мерин. Вообще все туда уходит. Вот. Собственно, такая цель, такой план, я надеюсь, вы поддержите. И Господу Богу только известно, окажемся мы в итоге на Байкальской миле или нет. Не однажды я уже был там. На это мероприятие. Собственно, планы такие, идея такая, еще раз повторюсь. А касаемо наших с вами взаимоотношений, вы прекрасные и замечательные зрители. Спасибо вам огромное, что вы смотрите мой канал, что вы подписываетесь на канал, что вы комментируете все, что я делаю. И не знаю, увидимся ли мы с вами в, еще раз в этом уходящем году, но если... Я очень постараюсь, может быть, увидимся. Если нет, я хочу вам пожелать, чтобы в новом году у вас было все самое классное, крутое, позитивное, обалденное, шикарное, сексуальное, невероятное. А все плохое осталось в уходящем в этом году. И вот так вот пенделем просто под зад все это плохое. Все, я всех крепко обнимаю. С наступающим, дорогие мои и любимые зрители. Пока-пока.